В Москве более 3500 улиц, проспектов, бульваров, переулков, и из них около 20 носят армянские названия. Впервые армяне поселились в Москве в XIV веке. С конца XVI века община начала концентрироваться в районе нынешнего Центрального административного округа. В XVIII веке переулок, где жило подавляющее число армян, был назван Армянским. Как утверждают историки, во время пожара 1812 года здания в Армянском переулке сохранились. Это стало возможным благодаря слаженным действиям армянской диаспоры. Есть в Москве и улицы, названные в честь известных армянских деятелей, в том числе военных. Улица маршала Баграмяна названа по имени полководца Ивана Баграмяна, а улица Микояна в честь авиаконструктора Артема Микояна. Ананевский переулок назван так в честь крупного домовладельца Ивана Ананова. Улица Атарбекова в честь партийного и государственного деятеля Георгия Атарбекяна. Улица Люсиновская получила название в честь студентки Московского коммерческого института Люси Лисинян. Ее именем также названы Первый Люсиновский переулок и Третий Люсиновский переулок. Улица Алабьяна получила свое название по имени архитектора Каро Алабьяна, автора здания Центрального театра Советской армии в Москве. Улица Куштоянца названа в честь крупнейшего ученого-физиолога Хачатура Куштоянца. Улица Хачатуряна в честь композитора Арама Хачатуряна. Улица Айвазовского в честь художника Ивана Айвазовского. Лианозовский проезд в честь предпринимателя, купца первой гильдии Геворка Лианозянца. Также в Москве есть Армавирская улица, названная в честь города Армавира в Краснодарском крае, который, в свою очередь, название получил от одной из великих армянских столиц – города Армавир. В 1956 году армянское название получили сразу две улицы Москвы – Ереванская и Севанская. Через 13 лет, в 1969 году, площадь Туманяна между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей была названа в честь армянского поэта Ванеса Туманяна.